Думаю, сделаем это максимально быстро, постараемся. Ну что, такого серьезного. Давайте старт. Руку надо поднимать. У вас уже очень много. Болельщики, у нас началась автограф-сессия с футболистом «Крыльев Советов» Владиславом Шитовым. Давайте ему поаплодируем громко-громко! 2 балла, и сразу промокод летит к вам в карман, а вернее в вашу фотогалерею 8, в телефоне. 18, 12. Да, молодец, но больше всего под 8-м. Я обещал, что вручаю промокод. Все, спасибо. Спасибо. Калинин, район Санханжи, номер 72-33. Скажем, что Валерий Карпин признан экспертами, в том числе и матч в реке. Я знаю, что я не могу.
Давай здесь. Справа.
я не хотел его трогать, бить. Он просто подошел к лежачему. Нет, я понял, он думает, что я его типа, знаешь, провоцирую. Просто я подошел, чтобы он ушел. Зачем? Там свалил он и. Я считаю провокацию со стороны игрока была. Я с ним был сначала несколько раз, меня подтолкнул. Не вижу. Ответил. Сейчас в игре чего больше, футбола или эмоций? Ну, футбол есть, видите, забили, значит, есть мячи, значит, есть футбол. Эмоций действительно тоже очень много, потому что такой принципиальный матч для нас и для Рубина, поэтому очень хочется
случился момент. У команды соперников был стандарт. Там тоже подали, подали на ближний штанг. У нас есть команда настоящих мастеров, команда, которая показывает благодаря гению тренера комбинационную, интересную, атакующую игру. И вот то, что сейчас есть характер такой, да, терпеть и превозмогая боль часто, да, и травмы, которые получаются, достигать результата, парни, это вот то, что характеризует большую команду. Просто вам всем спасибо, ребят. Спасибо, что оттерпели. Спасибо.